Привет, YouTube! Если вы ищете информацию о том, как зайти на заблокированный Роскомнадзором или вашим провайдером ресурс, то эта информация для вас. Сейчас мы рассмотрим варианты обхода блокировок. Самым надежным способом, я считаю, это расширение для браузеров. Итак, начнем с Chrome. Заходим на страницу расширения, устанавливаем его и для демонстрации попробуем зайти на какой-нибудь ресурс. На какой-нибудь ресурс возьмем, например, torrent-tracker rootracker.org и проверим. Как видим, что доступ закрыт. Теперь включим расширение. Как видно, мы заходим из Нидерландов, то есть Голландии. И пробуем снова. Теперь мы без проблем можем зайти на заблокированный ресурс. Теперь то же самое давайте проделаем с браузером Mozilla Firefox. Пишем в поиске расширение браузер Browsec VPN. Выбираем его и устанавливаем. Браузер нужно будет перезапустить. Какое-то время ждем. И также пробуем сначала зайти без включенного расширения. И со включенным. Как видите, проблема также решается. Что ж, давайте возьмем оперу. Здесь все то же самое. Страница загружается чуть подольше, чем в Chrome или в Mozilla. Но также все работает отлично. Что ж, на этом все. С вами был Александр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч.